То есть чел написал, тут даже врач не поможет, под видео, где я полтора часа или полчаса, или сколько, ну, длительное время играл, сам создал, нарисовал, придумал в своей голове, играл, тестировал свою игру «Бумажный мир танков». То есть, если ты играешь, если ты как-то какой-то стандартный, стандартный, типа, это то же самое, что человек, у которого, это то же самое, вот, что вот человек сидит, и у него нет денег, нет возможности, чтобы группу создать и стать музыкантом. Он натянул веревки или что-то подобное, лески какие-то, и на них постоянно играет, и постоянно играет, постоянно пытается, что-то придумывает, постоянно думает, как вот это вот на таком сложном, стрёмном, самодельном инструменте сделать музыку, которую он мечтает. И чувак проходит и говорит, тебе даже врач уже не поможет. Тут уже врач не поможет. Потому что то, что я делаю, это то же самое. Я не могу игру создать. Не могу, у меня нет компании, которая, нету людей, нету денег, чтобы создать игру. Я теми просто подручными средствами, самыми простыми, которые могу, при помощи своего мозга и ручки гелевой черной и бумаги, рисую, сам создаю, ниоткуда не копирую, сам создаю и сам игру придумал, ниоткуда не копирую. Это просто очень жестоко. Вообще моя жизнь разрушена. Я сейчас пойду напиваться буду, куплю, напьюсь и курить сигареты буду, потому что мне очень плохо.